Всем привет! Распакуем очередные посылочки с AliExpress. Посмотрим, что у нас здесь. Начнем с этой вот маленькой. Я не знаю, для чего это, потому что заказывал это не себе, по бесплатному посреднику. Эти пакеты запаянные, даже достать нельзя. Ну, вот такие штуки. Ссылку оставлю, там будет все написано. Люди берут, паяют. Какие-то приборы вставляют, зарядные, там, ну и прочее. Нагрузка, разгрузка, не знаю. Вот такая вот штучка. Упаковано хорошо. Качественно, продавец очень хороший, надежный. Можно заказывать, отличные отзывы. Для тех, кто знает, для тех, кто в танке. Я сам в танке. Идем дальше. Так, сумка, да? Сумка. Сумка на пояс. Так, вот такая простая сумка. Как видите, есть этикетка. Значит, более-менее фабричная. Карман один. Здесь какой-то общий замок. Открывает два отделения. Так сделано, интересно. Здесь внутри еще один замок. Что я первый раз такое вижу. Ну вот так как-то. Может, оно разворачивается как-то. Вроде нет. Ну так интересно. Интересно. Одним замком открываются сразу три отделения. Два без замка получается сразу. И одно еще с замком. Ну, первый раз вижу такое. Ну, тут традиционно карабин. Вот такой. Регулировка, естественно. Ну, вот такая сумка на пояс. Выглядит неплохо. Я думаю, будет удобно для кого-то, для денег. Для быстрого расчета доставать сразу разные купюры, чтобы было разложено. В общем, я думаю, это продумано сделано. Так, и вот еще одна на сегодня, такая самая большая. Так, что здесь, непонятно, как обычно. Все заклеено хорошо. Сюрприз даже для меня. По трекам не смотрю, получал на новой почте, там обычно не видно. Они заклеивают все. Так. U2000. Это мини-камера. Вот здесь, так, характеристики. Поставьте на паузу, если интересно. Почитайте более детально. Ну, так камера за $5 снимает очень так себе посредственно. Проверим, как снимает это. Думаю, возможно, у них разница всего лишь в упаковке. По большому счету, точно так же инструкция. Вот такой шнур, тут свой выход такой, не микро USB, а свой. Еще меньше, такой особенный шнурочек, и все. И тут камера. Здесь на объективе наклеена пленочка, и она разряжена. Зарядка и слот под карточку, все. Одна кнопка управления. Здесь больше ничего нет. Так, проверяем звук и качество видео на камере за $9. U2000. Видео и звук смотрим. Раз, два, три, четыре, раз, два. Раз, два, говорю, очень близко. Расстояние 20 сантиметров.
Так, здесь вот такой набор для замены тачскрина на мобильных телефонах. Недорогой совершенно набор. Всем рекомендую его. Даже в других целях. Здесь есть скрепка, присоска вот такая хорошая. Шкребки всякие отдирать. Всякие вот такие лопатки, пластиковые приспособления. И набор отверточек. Так что это может вам пригодиться просто в повседневной жизни. На другие совершенно цели. И стоит, как я уже говорил, совершенно недорого. Так, идем дальше. Так, здесь кабель. Переходник вот такой с USB. На айфоновский выход, на такой большой старый, на 4S iPhone и на обычный microUSB. Вот такой вот небольшой кабелечек. Вот такой обыкновенный USB умножитель на 4 порта. Если нужно увеличить количество портов, вещь незаменимая, дешевая и вполне себе годная. Так, идем дальше. Это я тоже уже, была у меня такая распаковка, был подробный обзор. Заказываю еще раз. Хорошо зарекомендовал себя эта вещь. Вставляете в проигрыватель в авто, и по Bluetooth через телефон играет у вас музыка в автомобиле, и можно также отвечать на звонок, то есть свободные руки. Ну, в автомобиле очень удобная, классная вещь. По Bluetooth работает с телефоном. Какие-то силиконовые формы. В общем, это такая силиконовая форма для приготовления яйца пашот. Достаем второе яйцо. Аккуратно выкладываем его. Видите, в чем еще прелесть? Оно хорошо держит форму и получается очень интересная подача. Все, давайте дальше. Вот тут тоже какая-то кулинарная штучка. Много там всяких приспособлений на AliExpress и недорогие. А это просто пластиковая вилка, ложка походная. И вот здесь ножичек. С этой стороны зубчики. Вот. Просто такая походная ложка. У нас более из плотного пластика, так что не поломается. Так, и что у нас здесь еще? Что-то, наверное, для телефона. Какой-нибудь бампер. Да, это парочка прозрачных бамперов на 5-й iPhone. Тоже они там очень дешевые, просто очень дешевые. Немножко примялись. Надеюсь, они на телефоне выровняются. Они там, по-моему, меньше доллара стоят. Так, и здесь еще один бампер. Хорошо, смотрите, как упаковали. Вот какой-то красивый. Модный. Некоторые товары здесь заказаны по бесплатному посреднику. Так что, если вам интересно, пишите, обращайтесь. Вот такой плотный. Он такой под металл. Так, идем дальше. Так, здесь у нас пусто. Вот, смотрите, хорошая упаковка. Это керамические щипцы.
Ну, применение самое различное. Вот эта часть металлическая, вот эта керамическая. Резиночка. Ну и вот брать что-то мелкое для пайки или для других целей. Диаманты для ювелиров. Непонятно, птицу щипать что ли. Это брови вроде бы. Для ботаников и для электроников. Ну, для пайки. Ну, в общем, применение понятно. Самое большое, самое разнообразное. Кто кому на что гораст. Главное, что продукт этот хороший, качественный. Можно заказывать. Так, дальше. Так, это лак. Так упаковывают лаки. Как видите, очень надежно. Можно смело заказывать лаки. Ну, открывать я не буду. Там на странице море цветов этих лаков. Море. Большущий выбор. Вот главное вам показать упаковку. Идем дальше. Такое для лаков, то я еще буду заказывать. Здесь у нас часы. Вижу часы. Ну, включились, пока крутил. Ух ты. Угу. Интересно. Так, две кнопки. Вот так, 11:59. Это, наверное, число и секунды. И кнопка настройки. И год. Ну, вот такие часы. Довольно интересный дизайн. Ну, конечно, это на женскую руку. Я даже не буду натягивать на себя. Тут пленка наклеена защитная. Заказывал не себе. Герметично все закручено. Тоже интересный, красивый девайс. Прикольные часы. Так, идем дальше. Так, в коробочке прям. Я когда я заказывал этот, он пришел мне без упаковки. Это в упаковке прям, смотрите. Ух ты, да, он не такой, по-моему. Да, он не такой. Пошире вот эта ручка, он вообще помощнее. Ой, и лезвие пошире. Ну, немножечко. Но все равно. И он такой массивный, более увесистый. Прикольный, прикольный. Классный ножик. И, как видите, упаковка тоже достойная. Можно кому-то на подарок. Так, идем дальше. Так, здесь у нас носки. По-моему, 5 пар носков. Вот такие маленькие носки скрытые. Если у вас такая обувь, чтобы нежелательно, чтобы выглядывали носки. Вот такие маленькие носки. Все одного цвета. Вот 5 пар. Вот так они выглядят на ноге. Так, идем дальше. Корсет. Вот так он выглядит. И вот сюда вшиты камни или что это. Это тоже на резинках. Вот эта часть плотная такая. Он предназначен для фиксации спины. Посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь вот такой вот фонаричек. Так, батарейки, как видимо, нет. Вот это вот металлический, маленький. Ссылку оставлю под видео, стоит совсем копейки. Сейчас найдем какую-нибудь батарейку, попробуем, как он светит. Так, батарейка пальчиковая, обыкновенная. Вот так, фонарик рабочий,
светит отлично. Так, ну вроде никаких регулировок нету, или по крайней мере я их не вижу. Модель вот такая, работает отлично. Ага, вот так вот есть. Видите, сигнально еще может. Короче, вот такой фонарик. Работает от обычной пальчиковой батарейки. Все, всем пока.